Студенческая весна – это ежегодное событие, одно из наиболее ярких и важных моментов жизни каждого студента. На мероприятии выступают самые творческие и талантливые ребята. В этом 2023 году все институты Казанского федерального университета продемонстрировали свои умения и воплотили интересные идеи в жизнь. Теперь настало время выбирать лучших из лучших. На гала-концерте выступят талантливые коллективы и исполнители, лауреаты фестиваля, а также будут объявлены имена институтов-победителей. И самое главное, пройдет торжественное награждение победителей и лауреатов. Ежегодный фестиваль «Студенческая весна» прошел, как всегда, ярко. Очень ожидаемо для студентов. Ребята готовились на протяжении 3-4 месяцев, начиная сразу после дня первокурсника. Поэтому фестиваль прошел очень круто, ярко. И студенты начали сразу после фестиваля, после окончания фестиваля, готовиться к республиканской студенческой весне и гала-концерту. Гала-концерт – большое праздничное событие, заключительный этап, где будут представлены лучшие номера и объявлены победители. Каждый из институтов покажет свои достойные выступления. Фестиваль разделен на две части. Первая демонстрирует конкурсную программу для республиканской студенческой весны. Вторая направлена на проведение итогов и награждение победителей. Гала-концерт – это всегда такая яркая заключительная точка большого фестиваля, как я сказала, к которому готовятся уже на протяжении многих-многих месяцев. И, конечно, эта точка необходима. На гала-концерте, во-первых, мы видим все самые яркие номера, которые студенты подготовили. Во-вторых, мы узнаем результаты. 19 апреля традиционно можно будет посмотреть гала-концерт студенческой весны на трансляции телеканала «Универ ТВ». Сам фестиваль будет проходить в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Приобрести билеты можно уже сейчас у культурно-организационного комитета, чтобы своими глазами увидеть лучшие номера, подготовленные студентами Казанского федерального университета. Анастасия Белова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.